Вышел трейлер новой драмы с Кирой Найтли. Лента «Последствия» посвящена истории романа немецкого архитектора и супруги английского полковника. В сети был опубликован трейлер драмы «Последствия», главную роль в котором исполняет Кира Найтли. Ролик появился на YouTube-канале Fox Searchlight. По сюжету фильма, английский полковник Льюис Морган становится временным мэром Гамбурга. Вместе со своей супругой Рэйчел он поселяется в доме, где обитает немецкий архитектор. Через некоторое время между архитектором и Рэйчел вспыхивает роман. Помимо Найтли в фильме также снимаются Джейсон Кларк, Терминатор, Генезис, Александр Скарсгард, Большая маленькая ложь и другие. Режиссером картины выступил Джеймс Кент. Премьера фильма состоится 26 апреля будущего года. Ранее сообщалось, что вышел зрелищный финальный трейлер фантастического фильма «Хроники хищных городов». Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi.krispondent.net по материалам сайта newsgra.com.